Я очень рад, что в Казахстане произошло такое яркое шахматное событие, организованный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Мне кажется, что казахстанские организаторы успешно справились с поставленными задачами. Возможно, они изначально не понимали, насколько они масштабны, но по ходу дела мы решали все проблемы, и я думаю, что зрители получили большое удовольствие. Вот, я поздравляю с этим успехом казахстанских организаторов и чиновников, и шахматных, и политических. Это большое дело они сделали. Вот, что касается итогов чемпионата, то, в принципе, ничего неожиданного не произошло. Победили сильнейшие. И какие-то перестановки в верхней части турнирной таблицы – это необходимая интрига, и, в принципе, иного быть не могло.